Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим вкусный пирог-перевертыш с яблоками и грушей. Первым делом подготовим форму. Размер моей формы 26 сантиметров. Разъемную форму выстеливаем бумагой для выпечки. Смазываем сливочным маслом. Далее распределяем по дну коричневый сахар. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут, чтобы сахар растопился. Друзья, за счет этого процесса пирог получается с карамелизированными фруктами. В это время нарезаем грушу тонкими дольками. Сбрызгиваем лимонным соком. Делаю так для того, чтобы фрукты не потемнели. Потом также нарезаем и яблоки. Кожуру яблок я не очищаю, мне кажется, так ароматней. Достаем форму. Друзья, от качества сахара может получиться темнее или светлее нижняя часть нашего пирога. Добавляем 50 грамм мелко нарезанного масла. Этот пирог очень быстро готовится и также быстро съедается. Пирог можно подать теплым шариком ванильного мороженого. Будет очень вкусно. Далее выкладываем фрукты, а потом сверху равномерно распределяем тесто. Как готовить тесто, в этот раз показывать не буду. Можете посмотреть в видео «Абрикосовый пирог». Ссылка будет в описании и вот здесь, в углу. Ставим в разогретую духовку на 45 минут. Друзья, можете постелить лишний слой пергамента, как сделала я, чтобы ничего не протекало. Готовность проверяем методом сухой палочки. Достаем, даем чуть-чуть остыть, потом аккуратно переворачиваем на блюдо для подачи. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Вы можете еще добавить корицу. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Будет много интересного.